Привет, дорогие друзья! Мы сегодня находимся в Крыму. У нас сегодня 3 января 2019 года. Сейчас мы в городе Севастополе. И сегодня мы решили отправиться на прогулку в Балаклаву. Это прекрасная бухта с очень удобным, так сказать, швартом для кораблей. Раньше там размещалась база подводных лодок, а сейчас это одно из любимых мест туристов Крыма, поскольку там открываются прекрасные виды на море и на морские берега. Мы решили туда ехать на такси. Сейчас крымское такси опробуем заодно. Не знаю, как это все будет выглядеть, но, в общем-то, посмотрели по транспорту, там достаточно хлопотно добираться с пересадкой, и вот приняли такое решение. Тут, кстати, с такси так достаточно напряжено в том плане, что сервисы типа там Google и Яндекса не работают, и, соответственно, по приложениям такси вызвать возможности нет. Поэтому сейчас будем старым добрым способом через телефон и посмотрим, что у нас из этого получится, как мы доберемся. А, вот он, наш такси пришел. Присаживаемся и едем. Быстренько очень подъехали. Молодцы. Приехали в Балаклаву, приехали сюда на такси. Вот у нас выглядит как набережная. О, здесь уже продают рыбу. А здесь же, собственно, в море уже что-то хозяйственное ополаскивают. Вот она, какая бухта. Здесь море прозрачное. Касательно погоды. Погода, кстати, в этом году, в январские каникулы, холоднее, чем в прошлом. Вообще на телефоне он сейчас показывает 0. Сейчас не 0, конечно, где-то вот плюс 4, плюс 5. Такое ощущение, как бы октябрьской погоды, и, как видите, нет солнца. Вот это вот, конечно, печаль, потому что солнце очень хочется. Мы, собственно, за ним сюда и едем, но вот попались такие дни, когда его нет на текущем этапе. Мы подходим к крепости. Здесь нужно вот залезть по лестнице. Наверное, с той стороны начало бухты. Вот с той стороны, куда мы сейчас смотрим. Соответственно, здесь вот сама бухта. Очень красивый, конечно, вид. Не зря приехал. Красивое место, да. Крепость, куда мы сейчас доберемся. Вот мы поднялись чуть выше. Здесь вот у нас останки с крепости. Туда наверх идет уже такая менее организованная тропа. А здесь вот у нас еще одна видовая площадка. Вот здесь уже пошла дорожка поинтереснее. Особенно будет весело, наверное, вниз.
очень красиво, конечно. Вообще такая удивительная бухта. Очень красиво. Смотрите, какая классная бухта с высоты. На самом деле достаточно трудоемкий подъем. А, вон откуда идет бухта, вон оно море. Теперь его видно. Продолжаем подъем. Так, достаточно трудоемко. Тяжело. Глинистая такая поверхность. Не совсем удобно. Но все равно поднимаемся. О, какая красота. Вы видите, какая красота, да? Обалденно просто. Такое море. Вообще такой простор. Просто удивительно. Просто удивительно. Вообще восторг. Волшебно просто. В ту сторону у нас бухта. Нравится тебе? Ну, как слышите? Ты в Крыму. Тяжело ты поднимался сюда? Очень. Очень тяжело. Высоко? О, смотри, какой вид. Да, вид шикарный. На 5 плюсом, скажи. Удивительный вид. Пойдем, может быть, вот туда посмотрим сам залив чуть-чуть. Идем вперед. Как открывается бухта. Ну, не сразу же обрыв. Не сразу. Я решила немножко спуститься вниз. Алёша с Марком не пошли. А наверху стоят. Все-таки как красиво, а. Просто обалденно красиво. Такие виды шикарные. Вот сколько уже была в Крыму. Несчетное количество раз я не была еще в Балаклаве. И это, ну, действительно стоило того, чтобы сюда приехать специально. Шикарно, просто шикарно. Здесь вот когда идешь, очень узкие встречаются места. Надо, конечно, идти максимально аккуратно. И обувь должна быть максимально удобна. Я видела, там как бы дамы поднимаются в сапогах, но, слава богу, не на шпильках. Но это очень трудоемкий процесс. Надо обязательно кроссовки. Летом по сухой дороге, наверное, проще. Сейчас все-таки выше влажность. Соответственно, надо быть предельно внимательным. Очень-очень красиво. Вот куда ни глянешь, я не знаю, тут уже там 10-тысячное фото. Такую локацию не выберешь. Тут все просто вот шикарно. Каждый клочок можно фотографировать. Изумительно, конечно. Вон какая высота. Bring me closer to you. I can see clearly now the clouds are gone. Holding your hand, I feel warm and safe now. To the world outside my leopard skin, where my lungs become the ocean, and the ocean feeds my soul. Я немного опасаюсь, как я пойду вверх, потому что я уже достаточно далеко вниз. Еще нужно будет подниматься. В самом деле, спускаться-то, конечно, оно прикольно. Здесь вот, смотрите, достаточно как бы узко идет. Так обрывчик. С той, с другой стороны. Ну, как узко. В общем-то, если не подходить к краю, конечно же, не свалишься. Но тем, кто имеет определенные нюансы по восприятию высоты, я бы не рекомендовала. С детьми тоже не спускайтесь. Не уследить можно. Пойдем вверх. Вот такой вот подъем. Ну нет, здесь, кстати, нормально в целом идти. Ну, можно выбрать, где
более пологий подъем, постепенно подниматься. Ну, спускаться на самом деле достаточно легко. Я думала, будет сложнее. Я думала, что будет велина скользить. Нет, она не очень скользит. И можно выбирать тропки, они достаточно так натоптаны. Ну, уже понятно, что тысячи людей здесь проходили и выбирали максимально удобный для себя маршрут. Еще я говорю, главное, обувь удобную, спортивную, трекинговую. И все нормально. Видите, какие кусты удивительные. Вот эти вот кусты с черными ягодами. И без листиков, как хвойные какие-то. И на них черные ягодки. Этих кустов очень большое множество. Так, идем дальше вниз. Вообще удивительно зелено в Крыму. Вот склоны, они зеленые в целом. Много травы. И она такая свеженькая, эта трава. То есть это не то, что там заснуло на зиму. Я тут где-то даже видела цветы. Ну и, собственно, я вчера их видела на Херсонесе, мать и мачеху. Сегодня видела еще цветочки, не засняла их. Забыла я, как они называются. Ну, может, мы еще увидим их, когда будем на обратном пути проходить. Вот такая вот идет дорожка. Аккуратно вот по таким камням. Такие камни — самая опасная вещь. Что еще классно в зимнем отдыхе? То, что это не туристический сезон. Вообще, вот, ну, практически нет народу. Ну, то есть, вот там вот наверху, ну, наверное, там был человек 5. Здесь вообще я представляю, что летом творится. Ну, то есть, просто эта тропа, она заполнена просто вообще капитально. Смотрите, вот здесь вот такое интересное место. Ух ты! Интересненько. Подойдем. Такая вот бойница, наверное. Вот сколько она в высоту? Этажа, наверное, 4. Может, даже 5. Идем дальше. Идем сейчас на набережную в Балаклаве. Вот она, набережная. А здесь очень небольшая, но в целом красиво. Чьи-то яхты. Посмотрим море. Морюшка. Море очень спокойное сейчас. Очень тихое, вообще нет волны. Так, здесь вот на катер кто-то плывет. Вот посмотрите, какие скалы. Куда вот мы поднимались наверх. А здесь вот очень интересно на срезе горной породы. Такая цветовая гамма. От сине-черного через зеленый. Какой-то рыжий оттенок.